Итак, модели стартуют. Илья Василиснов послал старт на четвертое место. Сергей вырывается на третье место. Первый Макаров. Далее Мельков. Мельков вырывается на первое место. Второй Макаров. Третий. Илья на четвертое место поднимается. Казенов Дмитрий. На пятом месте Пашин Александр. Ошибка Илья на Василия. Макаров проваливается на третье место. Еще раз Макаров ошибается, он уже четвертый. Первый Мельков, на втором месте Казенов Дмитрий. Третий Макаров. Илья четвертый. Скворцов Сергей прорывается. Проблемы у Ерыгина Дмитрий. Убираем модель с трассы, пожалуйста. Заезд продолжается. Мелько лидер, на втором месте Казенов Дмитрий. Третий Макаров. Очень плотно идут тройка лидеров. Далее Илья Василий. Пашин и Скворцов. В борьбе за пятое место в заезде. Макаров проходит Казенова. Бок о бок идут участники. Ошибка Мелько небольшая. Так, он продолжается. Мелько. Ошибка Макарова. Машина поправляет. Нормально модель поправляет. Аккуратней. Илья Василий под мостом теряет модель. Пропускает вперед Скворцова Сергея. Итак, Мелько боку. Казенов Дмитрий. Грубовато, но все же в пределах правил. Итак, Казенов смена лидера. Первый. Далее Мелько. Далее Макаров. Так, Макаров уже лидер, Казенов второй, Мелько третий. Как все постоянно меняется на нашей трассе. Скворцов четвертый, Ильян пятый. Ошибка Казенова, ошибка Мелько. Казенов второй, Мелько. На третье место прорывается Скворцов Сергей, четвертый, Ильян. Проблема у Мелько с правым колесом, судя по всему. Снова соскочил наконечник. Итак, Макаров, Казенов, Скворцов и Ильян. Завал в конце прямой. Козел вырывается на первое место. Макаров, Мельков, Буховых толкаются. Скворцов рядом. Скворцов сталкивается с Мельком. Мелько, на стоп-н-го, пожалуйста, заезжай. Поэтому заезжаем. Ошибка Скворцова. Мелько, стоп-н-го. Елена ошибается в конце прямой. Мелько, стоп. Го, Мелько. Итак, борьба за первое место продолжается между Казеновым. Ой-ой-ой. Между Казеновым и Макаровым 2,5 минуты до конца заезда. Ошибка Макарова переворачивается после стола. Скворцов уже близко. Что-то случилось у Макарова, он останавливается. Проблема с вывалился аккумулятор. Скворцов вырывается на второе место. Илья на третьем. Номер 8 пропускаем лидера. Спасибо. Ильян уже третий. Снова судится проблема. Мелько пропускаем лидера. Итак, положение за полтора минуты до конца заезда. Казенов в 2 секундах от него. Скворцов Сергей. Возможно, будет борьба за первое место. Номер 8, внимательно, низовая модель лидера. На третьем месте Елена Васильев с уставанием 10 секунд от Скворцова. Ошибка Казенова в конце прямой. Маша, смена лидера. На первое место вырывается Скворцов. Далее Казенов. Ошибка Скворцова.
Только со заезда остается 55 секунд, участники. Ильян третий. Ошибка цепляной. Машу поправляем, модель оперативней. Гиелян уже 16 секунд от лидера. Винков аккуратнее, модель оперативная на круг. Контрольное время, модель отправляется на последний круг. Ждем на финише. Скворцов первое место, финиш, Паршин пятый, финиш, Козёнов финиш, второе место. Участники, спасибо, отличная гонка. На трассу называется финал Б, багичный водомодитель.